темы, как свидетелям Иеговы противостоять отступникам. Дорогие сестры и братья, мы свидетели Иеговы и мы боремся с отступниками. Помазанник Морис говорил нам, что мы свидетели Иеговы должны противостоять гнусным отступникам. Если вы тоже хотите нам помочь в этой борьбе, то присоединяйтесь к нам. Помогайте нам распространять наши видеоролики нашего YouTube-канала, который называется «Истинные знания». Мы вам будем за это очень благодарны, и Бог и Иегова вас за это благословит. И Бог и Иегова не забудет ваш труд. Внизу под этим видеороликом в первом закрепленном комментарии будут ссылки на все видеоролики, в которых братья вам расскажут подробно, как противостоять и бороться с гнусными отступниками. Желаем вам приятного просмотра. Не забывайте подписаться на наш YouTube-канал, ставьте лайки и смотрите все видеоролики, они очень полезные и интересные. И присоединяйтесь к нам, к нашему движению против глупых отступников. Скоро отступников станет очень много миллионы, поэтому мы должны разоблачать их ложь и клевету, которую они льют на Иегову и организацию и на руководящий совет. И тогда мирские люди и духовные младенцы больше никогда не будут верить отступникам и их главному предводителю Сергею Радченко. Он является главным и мерзким отступником, и он служит сатане, дьяволу. Поэтому мы должны разоблачать ложь этого отступника и его прихожан канала Солоскриптура Интервью. Это сатанинский канал, никогда не заходите на него и не смотрите там ролики, а то вы сразу уйдете с истинной веры. Отступники умело манипулируют информацией, чтобы отвести искренне верующих людей из организации Бога Иеговы. Скоро отступников в 2071 году будет очень много, 15 миллионов, поэтому мы должны противостоять им и активно разоблачать их ложь и клевету на Иегову и организацию. Чтобы отступники не могли своей клеветой обманывать мирских людей, которые искренне ищут Бога, но не знают, какая религия истинная. Поэтому наша цель им объяснить, что истинной религией в мире является только организация свидетелей Иеговы.